Всем привет, с вами снова я, Сергей Никифоров, и это второй прогноз для Intel Beta. Первая ставочка прошла, PSG выиграл у себя дома лондонский Челси. Эти люди, которые поставили, как и я, на парижан, оказались в плюсе. Сегодня постараюсь второй раз уже угадать правильный исход матча, и в этот раз я выбираю матч Арсенал-Барселона. На самом деле очень трудно угадать исход этого матча, матч непредсказуемый, но если смотреть на статистику, Арсенал играет дома против Барселоны достаточно неплохо. Последние два матча домашних они играли с Барселоной и один раз выиграли со счетом 2-1, это был где-то в 2011 году, и еще раз играли в ничью 2-2. Но все равно они в итоге сливали по Барселоне во втором матче, и они вылетали из плей-офф. Думаю, будет то же самое, то, что они не пройдут Барселону, но в первом матче они пободаются и не проиграют в этом матче. В букмекерской конторе Олимп дают за это коэффициент 2,3. Очень даже неплохо, и можно попытать удачу. Барселона, да, очень сильна, но думаю, что Арсенал всеми силами просто будут стоять в обороне и постараются вообще ворота оставить неприкосновенными. Считаю, что может быть что-то такое типа 0-0-1-1. Но здесь я не уверен, поэтому тут единственная моя ставка — это то, что Арсенал не проиграет в ближайшем матче в Лондоне. Болеем за канониров, ставим на них и верим в удачный исход. Надеюсь, что вторая ставка подряд зайдет у меня. Это все. Соглашаться с моим мнением или нет, это уже решать вам. С вами был я, Сергей Никифоров, более известный как Тифир. Увидимся скоро. Пока.